освоить, познать и так далее. Итак, сегодня у нас день вебинара, и мы, как обычно, подготовились, подготовили материалы, пригласили эксперта, и Нелли сейчас просто приветственную речь произносит, рассказывает о тех, кто будет участвовать в вебинаре, оповещает гостей, и вот так это у нас проходит. Я хотел такой небольшой рассказать ролик, как это все у нас происходит. Я готовлюсь тоже к своему выступлению, я буду сегодня через телефон вещать. Вот Нелли у нас сейчас тоже идет через телефон. Все работает. Пожалуйста, с телефона, с компьютера, откуда хотите, с планшета, все отлично. Наш курс для руководителей совместно с Еленой Чейн будет проходить 27-28 ноября. Это очень интересно, это классно, и все, кто прошел, пользуются, и он им очень помогает в работе. Так что и вы присоединяйтесь. Так, друзья, привет, коллеги, друзья, все слышно, видно, нормально? Надеюсь, что все слышно и видно. Так, смотрите, хотел немножко еще поговорить, вот Нелли рассказывала очень интересно про рензачи. В общем, в таком режиме у нас проходят наши вебинары. Сегодня я рассказал о дозирующем оборудовании. Нелли рассказала о оборудовании рензачи для химчистки. Лена сейчас расскажет о том, какие претензии и как с ними работать в химчистке. Такие у нас вебинары. Всего вам наилучшего. И пока, до встречи. Пока-пока. Ветер не будет, ветер не дувает, ветер не ждет. Ветер не будет, ветер не думает.